Блин, села батарея. Вот такой букет. Но он уже все. Это мне на выписку меня. Так, пицца. Пицца, пицца. Вот это самая вкусная пицца. Раз. Ты две разные взял? Или одинаковые, не пойму. Разные или одинаковые? Вот я телефон разбила, кстати, в роддоме. Да? Я вообще не знаю, мне это можно пить. Так. Что ты мне тут подарил? Подарок. Подарил подарок. Спасибо. А туалетная бумага. Вот эта, которая мне нравится. Она же. Бумага. Три слоя. Не, мне нравится четыре, которые. Так, да, это фирма, только четырехслойная. Ну ладно, три это уже неплохо. Так, каша. Или смесь, как правильно. Опять для иммунитета и интеллекта взяла, а что не другую? А она премиум только такая. А что премиум? Премиум, в смысле, это начало... Ну, типа, сама лучше. Так, это вода, да, осталась? Отойди, Брюс. Что он там ищет? Давай. А, говорит. Полы мыть. Так, что за запах? Деликатная поверхность, что? Не пойму. Где запах? А с каким ароматом? Без аромата, что ли? Короче, я слепая не вижу. Ладно, дополню мыть. Так. Далее. Кстати, у меня есть такая каша. Я ее не показывала, которую я не пью. Фемилак. Для беременных кормящих женщин. Для лечения беременности и лактации. Дополнительный источник белка, витаминов и микроэлементов. Вот одна открыта. Это выдавали в роддоме. Столько вот штук. Так, ну ладно. Самое главное, это качели. Видео об качели будет. Как называется качели? Бэйбитон 811. Вон как раз розетка рядом. Я хотела другую качелю. Ну, подороже там, за 20-25. Потом подумала, у нас однокомнатная квартира, у нас габариты квартиры не позволяют, ну, покупать большие громоздкие принадлежности, так скажем. Вот это самурай для нашей квартиры ставить, например, на диван, на кровать. Так что муж ездил, сам покупал, отправлял мне фотографии по WhatsApp. По фотографиям мне понравился рисунок. Этот, как его, подушка упала. Ага, я хоть и полы помыла, но все равно старайся не касаться. Что, у меня уже собранная вроде. Шикардос. И сеточки, видите, по бокам. Абсолютно. Не знаю, мне кажется, классно. Абсолютно. Люлька офигенная. Люлька большая. Да, такая. Да. Можно садиться. Угу. Игрушки. Это новое. Там из детского мира привезли. Стоит она 5600, да? Угу. Ой, какие игрушки страшные. Тут они на прищепках можно. Бля, там что, зеркало? А, на липучках. Видел зеркало? Где зеркало? Вон. А, да. А, ну это такое зеркало оно. Абсолютно. Мне все устраивает. Если что, это оно... вот он тут так садится, это чтоб удерживался. Угу. Все это регулируется. Вот она розетка. Давай. Наша проблема была в том, что он уже вчера ездил. Уже вчера бы купил.
А если купил, то мне, он не купил, мне настроение испортилось. В край. Внимание, перед игрой снимите пластиковую пленку и выкиньте ее. Да, такой ободок. Вот, он вчера ездил, значит, ему сказали, что он не работает от, вот, как, от сети, да? Угу. Ну, естественно, а батарейки где-то вот здесь вставляются, естественно. Или здесь. Да, естественно, мы на батарейках не захотели. Да шука, мы батареек не напасемся. О, ездит. Шикарно. Офигеть. Наш малыш еще только маленький. Сама такая. Мощная самая. Где-то замыкает что-то. Почему-то приостанавливается. Вот это вообще, да, без ничего. Кто-то укружается. Мне нравится все. Нормально. Это слабенькая? Да, это самая. Нихера себе слабенькая. Бошку закружится. Таймер есть на 10, 15, 30 минут. Поверни нам кнопки, не видно. Ага. Ой. Что у нас тут за кнопки? Какие музыки есть? Сколько штук? Одна? Это громкость, что ли? Ну, одна, наверное. Понятно. Ну, в общем, вот так вот. Мне и цвет все нравится. Нежный такой. Будет ли, правда, кататься наш малыш, неизвестно, потому что он соски не сосет, у нас такой привередный.